Я всех приветствую на своем канале, где я худею с большого веса. Вчера у меня не получилось выложить видео немножко, и горло начало опять садиться, голос, вернее, пропадать. Ну ничего, я уже предприняла меры лечения, и голос вроде нормализовывается. Да и такую занятость вчера была чуть сильно, очень, и к вечеру уже совсем прям устала. И надо было еще кое-какие дела сделать. Сегодня вот выкладываю. Вес у меня все нормально, продвигается все. Вроде как отличненько. Тарелочки мои я вам покажу. Делаю тарелочки. Стараюсь. Начинается у нас весна, начинает таять снег. Скоро будем больше на улице находиться, больше двигаться, больше ходить. Я надеюсь, быстрее пойдет наше с вами похудение. Ну, даже тот, кто не сможет там больше двигаться, ну, хоть свежим воздухом 20-30 минут дышать на улице будет. Весна, весна. Это самое хорошее время года. Когда уже начинает зеленеть трава и листочки на деревьях. Вот это самое любимое мое время. Ну, а так все, как всегда, занимаюсь и похудением, и делами. Ну, ничего такого нового нет. Вес снижается потихоньку, не быстро, но снижается. Смотрите мои, как всегда, тарелочки. И приятного вам просмотра. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. До новых видео, девочки! Всем доброе утро. Это у меня сегодня завтрак. Завтрак из двух яиц и овощи. Замороженные были овощи. С водой, немножко воды туда налила на сковородку. Они разморозились, протушились. И добавила яичко. И вот такой у меня завтрак. И кофе без сахара. Вес моей порции 220 грамм. Я понимаю, что это мало, но мне нужно бежать. И поэтому есть я не захочу, потому что сейчас очень много дел. Всем приятного аппетита. На обед, девочки, у меня просто вот щи. Здесь 350 грамм. И все, больше ничего я решила не кушать на обед. Побольше налила просто. Я понимаю, что здесь, конечно, это вода. Здесь больше воды. Она быстрее уходит. Но ничего страшного. Всем приятного аппетита. На ужин у меня рыбка и овощи. Так что всем приятного аппетита. Вес вот этой всей порции 300 грамм. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарий и до новых видео. Всем доброго утра. Завтрак у меня с сырничками начинается. Здесь 220 грамм, весь мой завтрак. Сырники, ложка сметаны и черная смородина. И чуть-чуть, конечно, сбрызнула сиропом топинамбура. Черный кофе без сахара. Всем приятного аппетита. Девочки, это у меня обед. На обед у меня вот здесь 300 грамм обед. Грудка, немножечко макарон и вот такой салатик. А-ля винегрет. Здесь огурчик, свекла и немного горошка. Ну вот, 300 грамм без моего обеда. Калорийность я не могу сказать, не считала. Всем приятного аппетита. Вот мой ужин. Здесь курица и овощи. Вес 240 грамм. Потом налью цикория еще. Мне просто неудобно снимать. У меня немного, покажу вам, раскрою тайну. Лежат, видите, что заготовки на торт. Делаю торт для дочери. Так что всем приятного аппетита. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. До новых видео.